Йоу, гейс, с вами Мишевик, и мы продолжаем проводить игру под названием Tales of the Borderlands. Это у нас с вами, если я не ошибаюсь, третий эпизод с ветерком. Ну что, поехали. Так, вторая часть, ну по идее тут покажет, на чем она закончилась, я надеюсь. Ну, в конце концов, мы собрали там кусок ключа. Или что-то типа ключа, я не знаю. Мы нашли это в Гиперионе. В базе Гипериона. Уже вернулся? В чем такая спешка? Okay. Ну ладно, ладно. Присаживайся, заткнись и слушай. Искатели хранилища с горем попадали, обнаружили расположение проекта Готрис. Но сделали это было непросто. Гиперионе не забыли про сотрудников предшедших компаний, да и живность Пандоры Эн давала о себе знать. Им удалось спасти свои жизни, но не больше. В пустыне бывший офисный работник оказался в непростой ситуации. Красавчик Джек держал его под контролем, а бывший начальник под прицелом. Интересное положение, уже это точно. Но африканское дело обстояло еще хуже. За ее головой была назначена награда, поэтому ее заинтересовали различные отряды. В погоне присоединилась даже легендарный искатель хранилища. Казалось бы, для аферисток все кончено, но, как выяснилось, даже легенды сталкиваются с проблемами в личной жизни. Вернувшись в поисках проекта Готрис, они обнаружили чудесно невиденный город, оставшийся среди забывших пустоши. Но, к сожалению, этими словами момент триумфа воспользовались их противники. Попав в заложники, наши герои были вынуждены действовать решительно. Это, главное, начиналось с неоднозначного решения доверенности аферистки с Пандоры. Так, ну мы доверились, по сути, девчуле. И как они выбрались? А, и они на машине нету. То есть, тебе пришлось принять трудное решение. А что, он должен был довериться психопату? У психопата хотя бы был... план. Справедливо. Почему ты выбрал Фиону? Особенно если честь твою одержимость Джеком. Я доверял ей. Я доверял. Ну а что? Она никогда меня не подводила. Спасибо. Интересно. Это было просто решение. Мы ведь команда, а если ситуация выходит из-под контроля, команда должна предлагать друг другу. Это был единственный выбор. Очевидно, что нет. Кто-то должен был взять инициативу на себя. Вариантом было... Вряд ли у нас есть запаска для запаска. Если есть, то она раз меньше этой. Мы почти на месте. Остаток пути можно пройти пешком. На месте это где? Да. И ничего там не должно находиться. Мы... Я все объясню, когда мы найдем, что мы ищем. Мне кажется, это Маркус. Под маской. Не знаю почему, но мне очень так кажется. Телосложение. Мания, деньги. Что было дальше? Ну, началось все неплохо. Так, это и есть... Посвети мне, а то ничего не видно. Ладно, вот. Идем. Ну и где мы? И куда мы направляемся? Потому что в данный момент мы ничего не можем понять и не имеем. О, замечательно. А, все, мне нужно идти. Мы должны вернемся. Вон и Саш...
Да, знаю. Так, а за кого мы играем? Фиона? Yeah. Ага. Прости, Гарри. В чем дело? Завались. Ты что-нибудь обнаружил? Нет. Гарри мертв. Кто? Гарри. А, ну да. Просто найди их, чтобы мы смогли... покончить. Ну, для Гарри уж точно все кончено. Сиди здесь. Ага, я останусь здесь и посмотрю за этим... Тихо. За этим шаром. Да, если лежать быстрее, оно быстрее все делается. Эй, просто выходи, ладно? Честно говоря, я вскоре... Если вы действительно быстро, то... Вам меньше вреда, то чем-то быстрее, тем лучше. Я убью вас по-быстрому. Какого хера? Охренеть. Твою мать, Терез, не высовывайся. Да, у меня были мысли, не быстро случилось. Пойдем вперед по моей команде, ладно? Я понял, иди вперед по твоей команде. А я сейчас этого момента не понял, потому что лазер уже ушел, разве нет? Можно ускорить этот процесс? Я понял. Say so. Так, окей. Now. Сейчас. Объясните! То есть, ну ладно, окей, сейчас был звук пяти, но он не стрелял. Что за бред? Хорошо, давайте еще раз. Чего, блядь? Я ж не высунулся, алло. Окей, давайте делать таким образом. Машина передвигается. Я вылазю. Go! Ну я как. О, типа, а сейчас она не заметила, да? Go! Убрал руки! Окей. Так. Вот чёрт. Как ты? Нормально. Отсюда мы сможем приобрести наверх. Сначала нам нужно вернуть Гордис. А он что, не у тебя? Сосредоточься, Рис. Нам нужно вернуть Гордис, иначе всему этому будет конец. Вот только как? У меня есть план. Тебе придется купить свою шляпу в нужный момент, чтобы турели начали стрелять друг в друга и взорвались. У нас мало времени. Но я люблю свою шляпу.
and Bond around. We need to get Gordis and get upstairs. But I like my hat. Ну я люблю свою шляпу. Купишь себе новую? Ты же будешь богата. Fair point. Тоже верно. Я понял. Окей. Touch goal! Touch goal! То есть... А хрен его знает. Я счастлива. Я счастлива. Touch goal? Touch goal? Заткнись. Бери и... I'll give you a boost. Подсажу тебя. Ты такой тяжелый. Дело в руке. Да, я мороженого я сегодня много съел. Да как же я тебя ненавижу. То знаете, нету без разницы, какое количество вы нажимаете, то есть какой скоростью, оно вообще не влияет. Почему ты такой дрыщ? Давай же. Может быть, если бы ты не помогла, то я бы... Здрасте. Уф. Прошу прощения. Чем ему суждено случиться, того и не сбежать. Твою мать! Мое лицо! Yeah, да, детка. Благодарю. Nice. Неплохо. Не хочу схватывать, но я бы очень крут. Это еще что? Оу! Я горен! Вон! Давай, дружище, поговори со мной. Черт, грузит, поможет. Он же не может двигаться. Ладно. Вон как какой-то, я не знаю. Слава богу, вы целы. Черт, а это что с ним? Yes. Он ведь дышит, это весьма важно. Да важно посмотреть на меня с тревогой, если... Не бойся, с ним все будет хорошо. Ой, успокойся, он в порядке. Да, он. Видишь, он кайфует. Ну ладно, надеюсь, у вас получится вытащить его отсюда. Эй, ребята, я открыл для вас предложение. У тебя есть запасная пушка? Бери. Так, Саша, стреляя из статуи по ногам, грузик. Рис, а ты что делаешь? Саша, Саша, стреляй из статуи по ногам. Пытка не пытка. Но тут была бы на самом деле без вариантов, типа, сказать роботу взять статую, либо мы просто бы стреливали. Мы только одни стреляли. Вау! Бум! Мы в восторге.
Окей. Не, на самом деле здесь было бы без вариантов, на самом деле. Плевать, что мы выбрали, нужно было сказать, что делает Рис. Он сказал, как бы я держу эту штуку? Или типа того, что-то, не знаю. Загрузка довольно долгая. А это еще кто? Friends of yours? Что значит увеличить? Это... Увеличить? Лоудербот! Тарай! Это плохой вариант, да, сделал? Веллари. Атаманша. Стой, Веллари это случайно не та, которая в третьей части мы играли за нее какой-то типа с пушкой специальной. Нет? Thanks. Спасибо. Don't mention it. Не стоит благодарности. Ты производитель этой шайки? Hey, you're right there, buddy. Эй, друг, ты как? Nope. Нет. I just landed closer. Просто приземлились рядом с ними. There she is. Это она. You remember me? Помнишь меня? Мне кажется, у него должен был быть след от ожога. Отлично. Только этого урода не хватало. Ого, она все помнит. Ты чутка изменился. Oh, да ладно, Финч. Неужели... Like у меня старшая рожа только потому, что это ты. Yeah, да, чувак, она это знает. She's она просто стреляла. Right, ну все, с меня хватит. Calm down, Finch. Успокойся, Финч. She's the one who shot the shit out of her. Полегче мне в рожу. Yes, о, да. Please, пожалуйста, позвольте мне выстрелить в рожу. Вернись в машину, ты мне мешаешь. Финч? Me too. И я тоже, но я ведь... Блин, почему ты всегда впутаешь меня в... Чего ты хочешь? Твои головорезы бесполезны. Чего so ты хочешь? Чего именно exactly? ты хочешь? Фи? Теперь я вижу, почему ты была любительницей с Феликсом. Не удивляйся, я знаю вас двоих с тех пор, как вы промышляли кражи часов. Но я лишила лишилась 10 миллионов баксов, вот поэтому, что кто-то превратит обычную сделку в черт пойми что, это кто-то должен заплатить. Похоже, к нам присоединятся двое новых участников. Ладно, я знаю, кто это выглядит. Ситуация вышла из-под контроля, но я... Заткнись, с тобой я разберусь позже. Я хочу просто сказать, что никаких на этом... Ага, а из-за этого все произошло не просто так. Фиона, мне нужно имя. Из-за Феликса, из-за Васкиса. Кто из них виноват в этом? Ну, блин, ну смотрите. Васкис... Пойди все из-за Феликса. Да, пошел нахер этот Васкис. Васкис, все это из-за его вина. Он был... Серьезно? Ничего этого не было, случаем у нее был ужасный... Она лжет! Она лжет! О, да, Васкис этого не забудет. Эллори, пожалуйста, вы должны поверить мне. It's not my fault. Look, слушай, я знаю, ты сейчас очень зла. Но у нас есть Гертрис, который приведет нас к Хранилищу, а эта дорогая штуковина уже в тысячу больше 10 миллионов. Говорю же, у нас все в контроле. Все на мази. Так вот из-за чего вы... Да, это наш маленький денежный станок.
Вот, тогда ты мне больше не нужен. Что? Нет! Воу, о! Ну да, Васкис этого точно теперь не забудет. Ну и плевать на Васкиса. Ну, Августа мне было бы жалко, а Фелик, он как бы наш отец считается, как я понял. А если подумать, мне вообще никто из вас не нужен. Порешить сделку. Вскружить ей голову. Смотри, не потеряй. Фу, а я думал, что это советская гра... ну да. Это невозможно. Да, и было все не так. Она так, наставила на тебя пушку, а ты вся такая... Говори, на этот раз правду. Ладно. Но на чем я остановилась? Ты рассказала, как ты... Я пытался вернуть Готрис. Ну тут типа без вариантов, я мог бы даже ничего не делать. Не сейчас. Нам нужно уходить. Это еще не конец. Ты уходишь, по-моему, все кончено. Нет. Когда все кончится, вы испытаете совершенно другую эмоцию. Я дам вам знать, когда это случится. Или это вообще другая баба все-таки? Скажите, вы что, все такие придурки? За Готрис? Ну, не все. Someone gonna say something? I mean, not completely. Ну, не все. Не все из нас придурки. Я здесь, чтобы помочь вам, дебилы. Ну, это самая дурацкая контракт, которую я брала. По крайней мере, если бы это была заказана убийство, я получила бы удовольствие от своего процесса. А, ну прости за неудобство. Кто тебя вообще нанял? Человек по имени Феликс. Обычно я не разглашаю подобную информацию, но он хотел, чтобы вы знали. Он также хотел сказать, что ему жаль. Почему ты не просто не сказал об этом раньше? Ты же не думала, что он так же стоит, как... Что о том стоит кричать, когда вокруг полно громил Веллори. Моя работа подразумевает скрытость. Так ты что, а наш телохранитель или типа того? К счастью, нет. Скорее, я не знаю. Наставник? Феликс хотел, чтобы я передавала вам знания, помогла вам выжить. Он думал, что вы двое имеете не скрытый потенциал. О, Фиона, он просто думал о нашем нераскрытом потенциале. Так, Афина, это было до или после того, как он решил кинуть нас? Так, нам не нужно помнить. He decided to rip us off and abandon us in the desert with a price out on our head. Thanks for stepping Спасибо, что спасла нас от Веллори. Sure. Конечно. Не стоит благодарности.
А, теперь Афина запомнила это. Слушай, я не знаю, что вы двое пришли через многое, но верю в вас, я здесь, чтобы помочь. И это не затянет надолго, как только я выполню все условия. Контракт это сразу же оставлю. Так что давайте просто покончим с этим. Ну, добро пожаловать, наверное. Спасибо. Что с вашим другом? Просто радуйся, что он молчит. Он сильно напуган. Он в порядке. Он просто очень сильно напуган. В ванне что-то выстрелили. Но в целом, он вроде бы в порядке. Но это был, возможно, плохой выбор. О, да. Мне кажется, я кое-что нашел. Что там такое? Не знаю, но, по-моему, где-то здесь есть кнопка активации. Да ты полетай на эту штуку уже минуту. Ну, кнопка-то маленькая. Инициализация процесс запуска. Торгис. Требуется модуль энергошасси для хранилища для протокола пункта. Загружаемый энергошасси. Гортис. Активируем. С днем рождения. Привет! Я очень рада знакомству. Гортис. Она рада знакомству. Старше, чем кажется. Добро. Я ждала чего-то... другого? Прошу прощения, если я расстроил вас. Ты такая милая. Ты, блин, так... Так, самый милый робот, который я когда-либо видела. Спасибо, ты тоже ничего. Круто. Круто. Крутяк. Блин, это... Крутяк. Твой друг плачет. Он плачет, потому что он опечален или потому что он счастлив? Он просто плохой, блин. А я думаю, он плачет, потому что он не может моргать. Нам нужно доставить для него глазные капли, что ли? О, круто! У вас есть еще один робот. Рада познакомиться. Как? По-всякому. Расскажи там о себе. Гортис, привет. Привет. Расскажи нам о себе. С чего бы начать? Итак, я не знаю подробностей, но меня создали Атлас как последнюю зацепку, ведущую к богатейшему из хранилищ. Так, в Атласе хотели обсудить эти ребята из Гипериона. Тем не менее, мы все еще на коне. У Атласа была секретная база по всей Бандоре, которые работали над частицами для меня. Но потом эта дамочка все усложнила, убив каждого сотрудников Атласа. Ну и сколько всего этих частиц? Не знаю. Но следующая частица, которая нам нужна... Там... Так, это будет интересно. По коням! Погнали, тормоза! Время не ждет! Гортис? Он, ну... проблемы с желудком. Она и видна. Ну, надеюсь, тебе полегчает. Хороший робот, добрый. Блять, няша, это такой пиздец. Эй, а здесь есть радио? Ну... Тот может помериться с сестрой.
типа, да? Или это мы сестры только? Он просто как друг. Фиг его, ладно. Бля, и такой, знаете, начало такой робот сидит на пафосе, такой на корабле. Я не знаю, музыка везде разная, да, или мне кажется? Типа с эпизода на эпизоде музыка разная немного. Типа она чем-то отличается. Ну, типа, первые впечатления от этого эпизода, а я на самом деле эпизоды те они как-то не очень, да. Здесь вот прикольно, это робот, новый вот этот робот. Понимаете, так бы, скорее всего, варианты выборов наши на что-то на. Ну, что-то на что-то да влияет. Допустим, у нас бы не было этого робота, который сейчас сверху сидит. Ну, наш этот грузчик, да, помощник. Человек смотрит на то. Вот черт. Хотя Афина, она ж, по идее, на Джека разве нет? Когда работала. Ну это ж перед второй частью, или так? А, ну в принципе Джек еще не был такой же мразью, поэтому. Да? Да, видите, типа руки разные. Вот тогда у того, что руки. Ого. В принципе, у нас не было варианта. Либо мы. Она бы просто тогда обычно. О, это отсылка на этот подземелье. Тогда бы она просто оставила этот. И все. Ну, маску психа за ноль. Так мы видим хотя бы машину, которую мы с вами приобрели. Да, все-таки все сохраняется с эпизода на эпизод. Поэтому нормально. О, это ледяные холмы. Это я помню. Это я помню местность. Комар, нихера себе, комары. Ладно, сейчас куда-то доедем, да и закончим. Такая тишина. Пацан, привет. Не хочу тебя отвлекать, ведь ты сейчас ликуешь из-за смерти Васкиса, но мне нужно узнать, ты ведь ничего не говорил Афине обо мне. А почему ты спрашиваешь? Нет, да и не собираюсь. Нет, но я собираюсь сказать. Почему ты спрашиваешь? Да потому что если она узнает об этом, то просто отрежет тебе бошку, и не успеешь ты ничего ей объяснить, ей проверить эту дамочку. Поехавшая, и она очень-очень наблюдательна. Послушай меня, перестань называть меня парнишей, пожалуйста. Кем ты разговариваешь? Я... Sorry. Это я серьезно. Она и вправду убьет нас. Может, поднимешься на... Так, милая теплая крыша, где нет искателей хранилища. Что-то мне вдруг захотелось подняться на крышу. Послушай, ты ведь понимаешь, что, скорее всего, ты умрешь. И речь совсем не об Афине. Я так, в общем, блин. В общем, чертак минимум смерти. А, ясно. Хочешь поговорить о том, что тогда на базе... Именно, ты переменял своего старика Джека... Так, ты применил своего старину Джека и решил довериться... Той чекули с спящим гранатом, который под теми дроном твой приятель не превратил бы в вешалку. Мне кажется, нам что-то не достает доверия, дружок. Что происходит? Алло? У Афины тоже был план. Почему ты решил последовать плану той психу... Так.
психичке, а не моему, а? У тебя что, мозги? Фиона сказала, что у нее есть план. И в чем оно заключается? Бросить заслепляющую гранату и просто бежать, куда глаза глядят? Мне нравится твой череп, понимаешь? Он изящный и вполне удобный, да и живу в нем. Мне не хотелось бы наблюдать, как твои мозги выделяются, как прыщ. Только из-за того, что ты чересчур доверяешь этой Фионе. Слушай, ты не доверяешь мне, я понял. Но позволь мне рассказать самую важную часть выживания Пандоры. Это главная командная игра. Фактор, насколько у тебя блошная пушка. Хотя, знаешь, тут так, важен компресс. Вот, допустим, если бы старику Васкесу дал тебе так пожелание, он бы был жив, верно? И ладно, проехали. Знаешь, а давай-ка поговорим об этом. Ты знаешь, почему я погиб? Почему этот парень разговаривает сам с собой? Потому что ты мудак. Он моего берет. Ну, потому что я сотрудник с людьми, которым я не доверял. Если бы я сотрудничал с искателями, а не с тремя, в них сейчас бы загорал на пляже и попивал мартини с местным чекулем, если ты умеешь. Если ты не умеешь сотрудничать с людьми, которые хотят вырваться глотку, тогда ты, скорее всего, ты умрешь. Оставь за собой громадную дырочку в груди. Что охренеть как. Я не умру так. Так, я не умру так, ведь я так, поступаю правильно. Что ж, у меня не постоянно такая участие. Я поступаю правильно. Я ведь не зачастую тебя что-то делаю. Так что, знаешь, как это запомнил? Делать. Все твои рука, детка. Просто к слову, в какой-то момент и совершенно не тебе говорю, а там. Когда-нибудь тебе придется сначала доверять тому, кому совершенно не хочешь. Иначе ты погибнешь. А что это за хрень? Так что у нас создание непрошлой обстановки. Что досадно. Нам стоит, друзья, понимаешь? Мы ведь с тобой так похожи. Знаю, я натворил кучу дел, но теперь мы команда, парнишки. Можешь даже спорить Афину. Я всегда прикладывал за свои команды, поэтому я и прошу тебя. Доверить. Мы с тобой так похожи. Я добрался до вершины. Я не знаю, но он хочет, чтобы я ему доверял, но я не буду. Я определил, ясно, все изъясняю. Так, все изъясняю. Ты гениальный маньяк, я не могу доверять тебе. Значит как? Ну ладно, не вопрос. Я был предельно настроен, чтобы пройти к какому-нибудь согласию, друзья, мы или нет. Но что ты сказал сейчас? Это все. Только упрощает. Наслаждайся этим телом, пока оно еще твое, парнишка. Бай-бай. У него глаз другой, заметьте. Поразительно. Не ожидал от тебя такого. Народ, может остановимся на привал в такой темноте, мы ничего не найдем. Да, можно. Your mask. Твоя маска. What about it? Что с ней? It hides your identity. Она скрывает твое лицо. That is the для этого маски и нужны, mask. Да? Yes. Для чего вы... Так, мы тебе понадобились. I can't think of any reason you до сих пор не могу понять, для чего мы тебе нужны. Мне незачем. Ну, по крайней мере, причин не... Так. По какой-то причине вы нужны Гордис, и мое мнение тут не учитывается.
I guess what I meant was... А мне любопытно твой личный интерес в этом деле. Я понял, чего ты добиваешься, но я на это не куплюсь. Не, все это имеет смысл только в том случае, если мы нужны тебе или... Если мы... Интересное предложение. Вопрос только в том, насколько ты сама в нем уверена. Готова ли ты рискнуть? Я никогда не рискую, если не знаю, к чему готовиться. Просто мысли вслух. Тогда тебе стоит меньше думать. Расскажи мне, что произошло в куполе. Не надо тараторить. Так. Мне надоело тараторить. И в очередь. Hey. Эй. Что? Он хочет узнать, как, что произошло. Well, рассказать жуткую часть или приятную? Все. Ну а здесь мы с вами разорвем связь. Лани разорвем. Так, это явно ненормально. Ух ты, сколько растений. Невероятно. Да, не спорю. Пустыня, сугробы, теперь вот это. Никогда не видел ничего подобного. Здесь твои улучшения? Мы очень близко. Все очень странно. Что это за место? Ок, все, ребят, здесь мы с вами заканчиваем, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.